25 мая президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Эстонской республики Юрий Ратасом. Глава государства отметил важность взаимных контактов и сказал, что с этой точки зрения визиты председателя парламента Азербайджана в Эстонию и председателя парламента Эстонии в Азербайджан вносят вклад в расширение двусторонних отношений, в том числе парламентского сотрудничества. Касаясь визита делегации во главе с Юрием Ратасом в Шушу, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что этот визит очень важен с точки зрения возможности воочию увидеть широкомасштабные разрушения, учиненные армянами на этих территориях во время оккупации. Говоря об отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном, глава государства очень позитивно оценил итоги своего последнего визита в Брюссель, отметив заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Он подчеркнул, что Европейский Союз играет важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Подчеркнув важность связи с Европейским Союзом для нашей страны, глава государства сказал, что эти отношения многогранны и помимо традиционного энергетического сектора охватывают и другие направления. Президент Ильхам Алиев отметил, что созданная в нашей стране современная транспортная инфраструктура и коммуникации, связывающие Азербайджан с прикаспийскими государствами, а также в западном направлении, будут играть очень важную роль во взаимосвязях между Европой и Азией. Председатель парламента Эстонии Юрий Ратас в первую очередь поздравил президента Ильхам Алиева и наш народ с 28 мая, Днем независимости, подчеркнул важность 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Юрий Ратас довел до внимания, что в ходе визита в Баку провел плодотворные и продуктивные встречи.